Казахстанцев предупредили об опасности угарного газа. С первыми холодами возрастает риск отравлений. Угарный газ колорит тем, что его очень трудно почувствовать. И, к сожалению, в холодное время люди гибнут десятками. Сегодня в Алматы спасатели устанавливали в частных домах датчики газа. Как еще можно спасти свою жизнь, расскажет Нургали Карабаев. Такую внушительную группу спасателей представители Красного полумесяца в этом доме не ожидали увидеть. Но удивление быстро сменилось на благодарность, когда жители узнали причину визита. ДЧС города совместно с Акиматом бесплатно устанавливают в частных домах специальные датчики. Если будет повышаться концентрация не только угарного газа, но и природного газа, она издает звук, она будет пиликать. То есть сигнал будет сдавать, и вы поймете. Маленький прибор предупредит всю семью об утечке газа и тем самым поможет избежать большой беды. Все-таки угарный газ нельзя ни увидеть, ни почувствовать. Отопительные печи должны быть очищены от сажи, трубы дымохода должны быть также очищены. Возле печей должны устанавливаться железные листы размером 30 на 70 сантиметров. Также должно, если дымоход у нас имеется в стене, то должны забеливаться, дабы трещин не было. И если будет дым выходить, его будет уже видно. Специальные приборы устанавливают малообеспеченным семьям и людям преклонного возраста. Спасатели говорят, что подобные мероприятия дают хорошие результаты. Исходя из статистики, за 2017 год было отравлено 39 случаев. Профилактика в данном роде дает свои результаты. С 2018 года уменьшение на 60%. Социальная акция запланирована во всех районах города, но на всех приборов не хватит, поэтому жителям частных домов, где есть печи, стоит прислушаться советов специалистов. О том, что проблема серьезная для всего Казахстана, говорят и цифры. Только за 10 месяцев прошлого года от отравления угарным газом умерли 55 человек. Нургали Карабаев, Данияр Жусупов, Информбюро, Алматы.